такой вот небольшой тюрьмы. Это дача дед Николай, ее два катамарана на море, между прочим. Интересно в мире. Ну что, ну в Египте пирамиды каждый год одно и то же. В Италии что, Колизей, Пизанская башня? Ничего нового, никаких впечатлений. Пизанская башня, фигня. Есть поселок Кабардинка под Геленджиком. Пизанский поселок. Часов прошло, откуда этот сигнал из космоса поступает, как будто дымя на полпинду. У вас как будто там какой-то механизм из микроволновки стоит. Надо перевернуться по ночкам. Обратно. Мужик, если лег на пляж, если уснул, мужики, скажите, я просыпаюсь, когда шашлыком от спины пахнет. Надо перевернуться, наверное. А еще, девушки, мужчин так не могут вот так вот встать вот в эту позу, хлеб-соль, и стоить навстречу солнца. Мужики на пляже не такие, а мужики все всегда в активном поиске. Они смотрят по сторонам, где женщина. Юг, мне нужна женщина. Такое ощущение, что все мужики приезжают на юг поездом в тюрьма моря. Ну реально. И еще подсаживаются люди на станциях девственности армии. Кто кого сейчас чувствует? Девушка спокойная. Она купается в море, и она купается. Увидела парень, и она плавает. Ну она посмотрела, ну и плавает себе дальше. Но на него посмотрели, и он изменился. Он теперь герой-пловец.